Друзья, всем привет! Сегодня покажу копеечные средства от мозолей и натоптышей, чтобы ножки выглядели красивыми, чтобы не было ничего подобного, жестких мозолей на пятках, натоптыши. И это легко устраняется при помощи аспирина. Нам нужен аспирин и лимон. Можно взять лимонный сок, я беру лимон сам. И сейчас покажу, как это сделать. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик, уведомлять о выходе новых видео. Если у вас сильные натоптыши, нужно взять примерно где-то 6 таблеток аспирина и растолочь в очень мелкую пудру и смешать с лимонным соком. Достаточно половины чайной ложки лимонного сока. Мозолей у меня немного, я поэтому беру половину. Делаю такую пыль при помощи толкушки. Такого количества мне хватит. Перемешивая, видите, смесь суховатая, поэтому я добавляю капельку воды, ну то есть примерно где-то чайную ложку. После того, как смесь приготовлена, нужно нанести эту смесь на мозоли. Обмотать ступни салфетками. И потом одеть на ногу полиэтиленовый пакет. После того, как вы выдержали 5-10 минут, смотря от того, какие у вас мозоли, если очень много и очень жесткие, то 10, а так 5 минут хватает. Можно размотать ступни и обработать проблемные места или теркой для ног, или кто-то обрабатывает пемзой. Вы увидели, как все просто и быстро, так что попробуйте, только не передерживайте. А на этом я хочу с вами попрощаться. Всем красивых ножек. Всем пока-пока.